до Сандра там есть. Сандра Огонек. На YouTube. У вас какашки. Да что ты имеешь, где? Ну давай, оближи их. Давай. Козявки. А что ты зря пришел, давай, ну. Козюлька, блядь. Ну, я ж не вижу. Боря, это только ты. Да. Наша, я не брежу волосы. Дайте вы вытереть козюльки. Ты уже вытер? Да, ваш козюль. Ну, Боря, пару слов. Уважаемые мои подписчики, если вы это видите сейчас, если вы это все видите, пожалуйста, пожалуйста, принесите мне, пожалуйста, гвоздики. Принесите мне две гвоздики на могилу. Ребята, после, сука, такого, когда тебя, сука, кенты кидают, нахуй, когда ты делаешь, вам не понять. Не, я не вас. Когда кенты делают. А вы, сука, блядь, не отвечаете нам. Блядь, не плюй, а вы, сука, не отвечайте мне, блядь. Да смотрите, какая девушка. Какие-то три камеры направлены, нас на тебя кинут. Вообще гонят. Вот, кто мне кинул? Кто скажите пару тоже слов. Я хочу сказать одно. Я очень рада и довольна, что в моей компании находятся Борис Гранкин и Паша Бунчик. Я очень давно хотела их видеть в своей компании. Наконец-то это свершилось. Я Сандра Огонек. Я очень рада. Я надеюсь, что благодаря мне они продвинутся. У них очень много будет подписчиков. Очень много будет лайков. Очень много будет просмотров. Очень много будет трэшевых всяких видео с поезда, там, с горячих площадок. Все с чего. Они будут снимать трусы. Секунду, тихо, тихо, тихо. И писать себе штаны. Наконец-то это свершится. Помогите. Это все благодаря моим улиткам. Помогите. Даже две исчезли. Да. Да. У Бори, мне кажется, появилась новая девушка. Я тебе верю. Yeah, слава Украине! Я Ютуб! Пошутся трансляции! Вы в прямом эфире, народ! Перескок этой трансляции! Папа! Все решу. Повернись, Боря. Этот пиздец сейчас смотрит 1500 человек. Дай мне айфон, пожалуйста. Скажу вам одно. Первый раз видела человека, я его люблю. Я за него рожу и рожу от него ребенка. А что делать? Боря, дочку. Не, дочку. Дайте дочку. Дочку. Дайте встать. Только дочку. Харьков Бен, что вы сделали с нормальной движением? Она у нас собрится. Вы не знаете, что такое получится. Я все решу! Сука, блядь! Сандра, Аню, где вам? Полностью сломал. Ты маму сломал, Боря. Я ничего не делаю. Такой обрадовался, что даже бросил меня. Я обрадовался, пиздец. Ну как ты хотел? Я 2 года, так где и параметры иметь. Я понимаю. Ты понимаешь, что он в прямом эфире снимает сейчас? Так, а что теперь? Так, что я неправильно говорю, что ты хочешь сказать? Я готова. Уважаемые ребята, помогите мне, пожалуйста, я нахожусь в городе Харьков. Как эта улица называется? Деньги на гвоздики, кидать-то карточку Борису. Володарского. Не, улица как? Володарского. Не, район. Холодная гора. Уважаемые подписчики, я нахожусь на Холодной горе, город Харьков, улица Володарская. 56. Адрес улица Володарская, 56. Холодная гора. Помогите мне, пожалуйста, я умираю. А куда ты
я все отключилась. Боря сейчас такая пизда, я вам сейчас заведу и расскажу, что случилось. Мы приехали в Харьков, но здесь есть видеоблогеры и Харьков Бэнд. И одна мама этого участника Харьков Бэнд, ей 52 года, и она липнет к Боре. Она хочет с ним заняться сексом. Мне сейчас так Борю жалко, вы себе не представляете. Я ему только сочувствую. Хорошо, что я пошел сюда с Лерой, со своей девушкой, и она ко мне не перестает. У нее на лбу улитки ползают, и она говорит, типа, она так омолаживает свою кожу. Но это просто полный пиздец. Пойду к Боре. А как я твоя девушка? Боря, твоя девушка давно? Нет! А твоя девушка, да? Как... Я тебя так полюблю, как никто не полюбит. Что мне говорить? А вы будете за ним ухаживать? Конечно. Я просто... Я буду. Не буду стекла бить. Он и так достоин, я что-то верю. Что? Я тоже верю, что он заслуживает такую девушку, как вы. Да, он настоящий. Я это ценю. Если вы его будете бить по попке, хорошо, и воспитывать очень хорошо. У меня полная банка, брат, проверь. Он нормальный, я в нем верю в себя. Он нормальный, настоящий, хороший человек. Уважаемые мои зайки, те, кто смотрят Бориса Гранкина, вы охуели? Я аккуратно тебе так... Боже, так намного лучше. Ты что гонишь? Какой надел на себя колпак? Ты же такой красивый. Боря, перископ, трансляция классная будет. Сколько? Ну, уже 300. Ну, лайков до херища. Где улитка? Это была последняя, ты что вообще гонишь? Вот, улитка, Лера, вот она. Она вообще гонит. Так, иди сюда. Я, конечно, понимаю, что ты их не любишь, а шутила. Всем привет от Харьков Бэнд. Ради пиора можно. От мамы Харьков Бэнд. Ну ладно, не буду. А уебался. Фонари. Привет, это мы. Наша новая семья. Боря, а представь, если у тебя дети улитки будут. Я такая довольна! Нихуя сегодня смешная шутка была! Дети улитки будут у нас! Ну панцирь будет! Да я думаю, нет, улитки нам не нужны. Это какой дефолт? Только сидеть, то так и засохнуть. Уважаемая зажигалка. Уважаемая Сандра. Ты еще ко мне не прям, да я тебя понимаю, прощай, ладно. Уважаемая Сандра. Да я понимаю, что это пиздец. Можно просто снимай тогда на видео, не надо с ним трансляцию. Почему? Нет, только моя рука и твое сердце. Он не понимает, он не понимает, что он пиздец. Ну ладно, все. Да я еще письмо. Было, но такого не было, да? Спасибо большое. У меня маленькая рука. Я уже большая. Санину. Что? Что? Ой, твоя рука намного больше моей. Пиздец. У меня и ногти больше, чем у меня. Да? А давай тоже больше. Давай померяем. Нет, у тебя все больше. Ну хорошо, я довольна, хоть не меньше. Слава Богу. Так давайте пить. А как же муж? Я пью. А как же муж в погребе? Как же муж? Он исчез. Борь, панамку это, в улитках, панамка. Панамка в улитках. Нахуй ту панамку, блядь. Она ему уже не нужна. Нахуй мне та ебаная панамка, блядь. Ребята, как классно, что мы встретились. Скажите, я довольна. Честно. Я... Вы себе даже, сука, не представляете, как я рад, что я, сука, с вами встретился. Я, сука, такой радый, что я встретился со всеми. Я, сука, такой, сука, счастливый, блядь, что я встретился. Я... Ууу! А Бумчик, сука, пидор. Шо, ты сам пидор. Да пидор он. А вы, сука, спросите еще. Надеюсь, что сегодня не дойдет до того, что задумала мамка Харьков Бэнда, чтобы она не переспала с Борей, потому что это будет пиздец. Все, всем спокойной ночи. Извините, что я поломала вашу психику.